буквально купается во внимании иностранцев, и вот это отечественная разработка. Меня зовут Аквариус, я настоящий живой робот. Живет он в Центре океанографии и морской биологии в Москве, а собран был на заводе в Перми. Умеет общаться с посетителями, с кем-то даже может пофлиртовать, но это все в свободное от работы время. Аквариус — экскурсовод и может посоревноваться с любым научным сотрудником в познаниях о рыбах. Все рыбы умеют плавать, а элисты продумают. Еще и прыгать, причем сразу на высоту до 60 сантиметров. Большая робосемья с пермскими корнями, около 600 машин, уже расселилась по всей планете. Например, их можно встретить в Северной Америке, Арабских Эмиратах и даже Африке. Среди них и экскурсоводы, и помощники в аэропортах, и даже человекоподобные экземпляры. Компания выпускает и устройство для быстрого измерения температуры. На поставку 400 штук уже заключен контракт в США. Если брать какие-то похожие аналоги там, китайских или японских роботов, наши роботы в разы дешевле, потому что все производство, в принципе, там, на 80% роботы состоят из отечественных комплектующих, из отечественных софта, из разработок. Это все делается в Перми. В общем, есть надежда, что если в будущем и состоится нашествие роботов, то оно хотя бы не обойдется без российского участия. Ну а если серьезно, то, конечно, международное признание приятно. И для любой компании это лучшее доказательство того, что она сделала нечто действительно достойное. Называться чудом техники.